Здравствуйте, друзья! Представляю вам запись одного из наших подписчиков. Здесь четко и очевидно показывается, как можно надавать по щам коллектору, взыскателю. В этом ролике он представляется там определенными регалиями какими-то, подвешивает на себя какие-то погоны, звания несуществующие, старший юрист, там главный какой-то опять и все такое и тому подобное. Но автору заранее спасибо. Итак, внимание, слушаем, наслаждаемся. Разнос коллектора. Алло. 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 Здравствуйте, Саакян Тигран Артурович. Кто спрашивает? Алло. Спрашивает, говорю, кто? Я звоню из долгового центра Московского кредитного банка. Меня зовут Павел Николаевич, я являюсь ведущим юристом. Фамилию не расслышал я. Что? Не расслышал фамилию, говорю. Вы там плохо слышишь все? А вы почему так общаетесь? А вы кто? Я спрашиваю, кто звонит? Я вам представился уже. Я фамилию не слышал. Николаев. Отлично, Николаев, я тебя слушаю. А вы кто? Иван Федорович Крузенштерн, человек и пароход. Правда? Угу. Я Николаев, понимаю. Ты кому звонишь? Кого ты хочешь слышать? Саакяна Тиграна. Артуровича. По имени отчеству, да. Николаев, ко мне обращайся. Правда? Правда. Да? Да. А вы где сейчас? На Винокурова 17-468 находитесь? Нет. А кто у вас там проживает? Какая разница? Что за вопросы вообще? Вы Саакян Тигран Артурович? Да. В целях безопасности банковской информации дату рождения свою назовите. Нет. Что? Ты что, глухой, что ли? Ёпта, переспрашиваешь все время, блядь, что? Алло. Блин. Алло. Да, ты слышишь плохо, я говорю? А мы на ты, что ли, перешли? Я перешел на ты. А, вы перешли? Да, ты будешь ко мне обращаться на «вы». Ну, это ваше воспитание. Да, это мое воспитание. Да, ну, воспитание, да. Мое второе имя. Правда? Угу. Ну, ближе сделал, что ты звонил-то? Бесполезный, до конечно. Свидания. Пока, да. Пока, будем Николаев. Будем лично, будем пока лично общаться. Пока, Николаев. А, друзья, вы представляете, насколько этому якобы Николаеву стрёмно понимать, что никакой личной встречи не будет, что ничего не произойдет, что его собеседнику ничего не грозит. Да, но лучше бы он, конечно, этого не знал. Если он этого не знает, ему легче живется. Этим и объясняется, на мой взгляд, их вот это вот рьяное желание доказать свою правоту. Они, может быть, и понимают где-то в глубине души, что это все блеф, но им от этого легче. Они, знаете, есть такой психиатрический термин «самообман», да, многие слышали. Так вот, они сами себя обманывают до такой степени, что получают результат. Они начинают верить сами себе. Они начинают верить, что те угрозы, которые они декламируют, действительно несут в себе какой-то вес, что действительно человеку что-то грозит. Но тут надо, конечно, встать на их сторону и констатировать вот такой обидный немного... разочаровывающий факт. По словам тех же банкиров, если они не лукавят, то вот таких людей, как наш автор, как многие наши авторы, ну, людей, которые не боятся вот этих их угроз, очень мало, их мизер. В основном люди реагируют так, как им хочется, вот этим вон бандитам. А по-другому-то их назвать нельзя, потому что они в буквальном смысле слова забирают у людей последнее, невзирая на то, как человек вообще будет существовать. Поверьте, без всяких высоких слов скажу одну простую вещь, что я могу вас спасти. Не я буквально, а организация, руководителем которой я являюсь. Организация объединяет в себе большое количество юристов, много опытных, которые совершенно спокойно сознанием дела смогут помочь любому человеку, попавшему в трудную финансовую ситуацию с банками, с микрофинансовыми организациями и все, что с этим связано.
посмотрите, пожалуйста, наш сайт. Ссылочка на сайт в описании любого ролика на нашем канале есть. Также вот смотрите, ссылочка кликабельная сейчас в правом верхнем углу вышла. Вот она. На нее можете нажать, попадете на наш сайт. А на сайте выложено видео специально для тех, кто хочет встать под юридическую защиту. Те из вас, кто решил воспользоваться нашими услугами, это видео обязательно к просмотру. Обязательно, потому что здесь рассказывается очень много интересного, полезного. Вы получите большинство ответов на то самое большинство своих вопросов. После того, как вы посмотрите видео, сделайте все по инструкции, оставьте заявочку, и с вами в рабочее время свяжутся наши специалисты. Вы зададите оставшиеся вопросы и будете понимать, что, как и когда мы для вас сделаем. Если в двух словах, мы создадим условия, когда банку будет выгодно отказаться от претензий к вам. Еще раз напомню, пожалуйста, посмотрите видео на сайте. Ссылочка на сайт и на наше видео вот в правом верхнем углу. В очередной раз появляется специально для вас. Вот оно. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, если понравился ролик. Делитесь в соцсетях, репосты очень приветствуются. Вступайте, кстати говоря, в группу ВКонтакте. Ссылочка на группу в описании этого либо любого другого ролика есть. Ну а с вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты компании «Алян». Всего вам хорошего. До свидания.